Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Клавдия Корнева. И сегодня будем готовить сельдь под шубой. Для этого у меня мелко порезанный лук, и он замаринован в уксусе, очень миленько. Свекла тоже миленько порезана. Сельдь очень мелко порезана, яйцо порезано, картофель, морковка. Все очень мелко, ничего не потертое. Дальше будем улаживать. И вы видите, у меня здесь тарелочка и вот такая форма. Ну, это, конечно, самодельная. И вот смотрите, как я ставлю. И первым делом я вылаживаю туда картофель в нее. Выравниваю. Добавляю майонез. Не так много, чтобы только-только покрыл, чтобы не очень жирно было. Так. Теперь я, видите, для пюре, вот это уравниваю вот так немножечко. Круговыми движениями. Угу. Далее, значит, мы ложим сельдь. Нашу ничего мы не солим, не перчим, не солим. Далее селедка у нас тоже выравниваем, как можем. Далее мы вылаживаем лук. Слить надо излишки уксуса. Лучок. Выложили на сельдь лук. Далее мы яйцо вылаживаем. Выложили яйцо. Немножечко майонеза на яйцо. Так. Теперь опять круговыми движениями немножечко выровнять. Не сильно придавливать, а как бы по кругу. А то иначе у нас будет не так. Выравниваем все. Так. Далее мы ложим морковь. И опять немножечко майонеза. Лучше выравнивать. Так, и далее мы вылаживаем свеклу. Чуточку майонеза. Так,
И что мы делаем сейчас? Мы нашу форму убираем. И вот так у нас получается. Сейчас мы украсим. И вот такая у нас сельдь под шубой получилась. Интересная, красивая, аппетитная. Приятного аппетита и удачи вам!